complexities turn to pick. Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона друг. Это студия Игрокам ТВ при поддержке Team Empire. И мы начинаем трансляцию между командами, матча между командами ЕГЭ и коллективом Complexity. У нас американское дерби. Команда Complexity, от которой вообще никто ничего сверхфеноменального не ожидал. Эта команда не должна была по всем прогнозам выходить в сетку винеров. Она, по идее, в топ-10 где-то могла бы зайти. Ну, планировалось. Но, в принципе, сказать, что на Complexity кто-то возлагал большие надежды, точно нельзя. Ну и команда Complexity очень хорошо показала себя в группе, получила достойное место, а группа была совсем непростая группа была, в которой секреты присутствовали, и Complexity практически на уровне секретов выглядели где-то в каких-то моментах даже поинтереснее, посвежее. Ну и на данный момент... ЕГЭ, посмотрите, кого забанили четвертым по счету. Забанили Течеса. Команда Complexity на этом герое унизила IG, в частности. И после этого, по-моему, против секретов колы тоже его пикали. Там единственное, что не зашел он против секретов. Но Complexity играют на этом герое, умеют и показывают, что даже с топ-коллективами, например, такими как IG, несмотря на всю их тухловатую игру на этом International, достаточно... высокого уровня коллектив, топ-коллектив, чемпион второго интернешнала, да вообще просто распрекрасный по составу коллектив. И Complexity не боятся, это в принципе что показывает. Complexity не боятся играть против топ-коллективов какими-то не вполне адекватными по современным оценкам пиками. Ну и могут и адекватными по современным оценкам пиками играть. Квапа, Туск, Клокверк, тут в принципе нечего выдумывать. Решили Complexity, играют не против простачков. ЕГЭ это одни из фаворитов данного турнира. И по составу, и по возложенным на них надеждам. Ну и ЕГЭ. Забрали себе Нагу Сайрен, забрали себе Лину. Что касается коллектива Evil Geniuses, так это... как бы считается, топ-2 это минимум этого International. Все предрекают второе место команде ЕГЭ. Только потому, что там есть Team Secret, которую все на первое ставят. Но я, знаете ли, посмотрел доту последних 8-10 дней. Что я вам хочу, дорогие друзья, сказать? Я думаю, что там команда LGD покажет расчудесную игру, которая может и Complexity, и ЕГЭ... и секретов отправить вниз, ниже там второго-третьего места. Может, шансы имеет огромные. Команда CDEC. CDEC Gaming, которые против LGD будут уже по сетке виноров играть во втором раунде. То есть там уже Рубилова будет за миллионные суммы. Тоже потрясающе крутая. И сейчас, я не знаю, какая у них форма была до этого. Ну, то есть я наблюдал за ними, конечно, на каких-то не алё китайских турнирах. А здесь что они творят на International, просто... радуется глаз от того, что происходит от абсолютно неизвестной мировому сообществу по доте команде. И тут совершенно какая-то молодая свежая кровь вливается в доту и переворачивает все с ног на голову. Цедеки уже наказали в группе практически всех. Они вышли вверх, отправив... кого там они вниз отправили. Клаудов они отправили вообще без шансов. Complexity забирают себе Чена. Давно не виделись. Чен отлетает в пик Complexity и сразу же антимаг от команды Evil Genius. Просто по хардкору пошли, что одни, что вторые. Чен, естественно, это ранняя агрессия, ранний пуш, а антимаг это поздняя агрессия. Ну какая агрессия? Просто методичный развал соперника. Антимаг для Фира будет 100%, но это прям классика-классик, это как антимаг на хвосте. Хотя, наверное, о хвосте уже говорить не приходится. Давайте вкратце поговорим о том, что мы вчера с вами наблюдали, пока здесь пики проходят. Еще по одному осталось добрать. В принципе, тут простачковые достаточно пики. Все относительно ясно и понятно. Вчера у нас команда Ньюби покинула турнир. Покинула турнир команда Na'Vi. Vici Gaming отправили... не Vici Gaming, Vici Gaming отправили Na'Vi погулять. ВП обыграли... так, а ну-ка, память, работай. Короче говоря, ВП вышли вверх, а отправили в никуда они... Да что ж так сложно-то дается? Кого ж там отправили? Ну-ка.
Ребят, подбросьте в чат инфу, что-то залип немножко. Короче говоря, ВП вышли и вышли IG. Тоже минус 4 коллектива в любом случае уже от общего 16-командного списка. Жалко, что там Na'Vi оказались. Жалко. Ньюби оказались там тоже, по-моему, не вполне предсказуемо. Все-таки чемпион прошлого International и первым покинул International современный. Ну, бывает и такое. Фнатики, все правильно. ВП отправили Фнатиков, бывшую Team Malaysia. Тоже вроде молодой коллектив, вот по типу CDK. Относительно молодой, естественно, с опытными игроками, но коллектив сформированный не так давно. Поэтому был вариант у них, конечно, зажечь, но был вариант и слететь на ранних этапах, что они, в общем-то, успешно и сделали. Но Ньюби и новая команда Фнатик, бывшая Team Malaysia, согласитесь, немножко разные величины. И тем не менее, где они? Они вместе с 13 по 16 уже занимают. Винтерн Виверн в пике команды ЕГЭ. PPD забирает данного героя. Сумаил будет стоять на линии на мидлейне. Юниверс на Сенкинге. Антимаг у нас от Фира. И Ауи забирает себе на Гусайда. Ну и со стороны команды Complexity жду разброса. Мидлейн, скорее всего, отправляется к Вапа. Сложная линия — это Клокверк. Клинкс вместе с Туском на лайне, по идее, должен пофармить. И Чен, естественно, это лесной герой. Зизи забирает себе Клинкса. Капитан команды Complexity Свиндлмелон забирает себе Queen of Pain. Фрик берет себе Чена в лес. Ну и со старта пауза, и опять проблемы, что ли? Да, проблема с магазином у Фира. Ладно, давайте сразу по героям пробежимся и по позициям тоже разберемся. Свиндлмелон забирает себе Queen of Pain, Fly будет играть на Таске, Мунминдер на Клокверке отправляется в сложную линию, Зефрик играть будет на Чене в лесу, и Зизи будет на Клинкце фармить, я думаю, что, скорее всего, нижний лайн. Потому что здесь Чен, здесь выходы, здесь нормальная ганг-ситуация. В общем-то, Таск тоже со Сноуболом и Айшардом позволит Клинксу делать все, что он хочет. Так что, скорее всего, трипла отправится вниз. Дабла плюс Зефрик неподалеку в лесу. А со стороны команды ЕГЭ, Антимаг от Фира. Я думаю, все-таки легкую будет фармить в сложную. Отправляется Юниверс на Сенкинге. Сумаил на мидлейне будет стоять на линии, Ауи 2000 саппортит на Наги и PPD тоже саппорт, лайн саппорт на Винтерн Виверн. Кстати, PPD может отправиться и на центральную линию и немножечко Наги жизнь наладить. Квапу, по идее, можно харасить со старта, и Винтерн Виверн со старта это делает распрекрасно, так как раньше на мидлейне Скайрос Маг поступал. Винтерн Виверн еще и поприятнее, наверное, ситуация. Все-таки рейндж огромнейший, через Arctic Burn бить можно далеко, радиус обзора, хайграунд, все это очень даже на руку, если на мидлейн отправляешь Виверну на первых минутах. Ну что по шансам вообще в данном матче? Конечно, ЕГЭ являются фаворитами безусловными, это факт. ЕГЭ, в принципе, показали достаточно ровную игру еще в групповой стадии. Сильно там не сливались, закончили в топе, в принципе, как и ожидалось от них. И от них, и от секретов никаких новостей не случилось, никого они не удивили, играли ровненько, хорошо и уверенно. Тут либо Complexity выше головы могут прыгнуть и наказать ЕГЭ, в одном и даже в двух матчах могут. Либо ЕГЭ просто методично с позиции папок возьмут и просто раздавят молодой коллектив Complexity. Есть варианты все для этого. Ну все, возвращаются команды. По лайнам мы, в принципе, уже разобрались. В лейте, конечно, антимаг чудовище просто. С учетом того, как сильно, как хорошо фармит Фир, у команды ЕГЭ огромнейший шанс затянуть эту игру где-то минуты до 30-й, а дальше антимаг, я думаю, минимум 5-слотовым от Фира будет. Потому что по фарму, конечно, этому парню
опыта ни у кого не занимать, и я думаю, что опыта хватило бы на всю группу, в которой ЕГЭ выступали. Ну, Complexity менее опытный коллектив, менее сыгранный при всем при этом, да и по личному скиллу не сказать, чтобы они с ЕГЭ могли сравниваться. Да и немногие команды, в принципе, с ЕГЭ по личному скиллу могут сравниться. Плюс не будем забывать, что здесь есть стабильные эфиры, здесь есть абсолютно новое лицо в доте, профессиональный Сумаил на мидлейн герой на одной из наиболее важных линий. И мидлейн Сумаил практически не проигрывает свою линию, потому что он в большом порядке, в большущем, я бы сказал. Так что Свиндл Меланс у капитана команды Complexity здесь двойная задача. Во-первых, вести свою команду к победе и нормально все координировать, там, просто поддерживать дух. А во-вторых, у него задача законтрить, ну, наверное, одно из наиболее ярких пятен в составе команды ЕГЭ. С Сумаилом здесь нельзя расслабленно играть. Если ему даешь хотя бы немножечко воздуха, то он раскрывается и начинается просто издевательство над командой соперника. Это Шторма ему не досталось, на Лине будет играть. Ну, я думаю, вы прекрасно знаете, какой у Лины потенциал и что она творит на ранних стадиях, на центральной, средней игре в мидгейме. И что она в лейте тоже может делать, если хорошо отыграла первую и вторую часть матча. Так что, как ни крути, Сумаилу дали достаточно универсального героя. И, по идее, здесь глаз да глаз нужен от Swindle Melons за своим соперником. За своим прямым соперником. Мидлейн они стали 1-1. Пока саппортов никаких. Зефрик на чейне отправляется в лес. Флай на таске тоже пока гуляет по лесу. Ну и оставили в соло здесь Зизи набрать экспириенс. Зизи уже второго левела. И Юниверс фармит на Сент-Кинге. Приходит Нага. Ау, и Риптайд по Зизи. Пока на этом остановились. Мунминдер уже получает от PPD. Будет так дальше. У Мунминдера есть коги. Ну и что ты с PPD сделаешь? Вообще непонятно что. Ау и 2000 опять просит паузу. Опять тревога какая-то случилась. Окей. У ЕГЭ траблы. Странненько. Кстати, игра-то интересна. Вот она интересна конкретно в вопросах доты. Но матч интересен и сам по себе публике в Сиэтле. Потому что оба коллектива американские. Это американское дерби. Так совпало, что они вышли друг на друга. Понятно, что для ЕГЭ это удобный соперник. Они выбирали соперника, я думаю, себе по... потому с кем легче будет сразиться в данной части. В первой, это, кстати, первый раунд сетки виннеров продолжается у нас. Начался вчера и продолжается вот сегодня еще. Поэтому, конечно, игра представляет интересы для публики, которая конкретно на стадионе в Сиэтле сидит, которая сейчас там наблюдает за всем этим. Ну и ЕГЭ, естественно, тоже не могут не оправдать надежд, возложенных на них. Все-таки дома играют, все от них ждут, все за них болеют, топят. А за кого еще топить-то? Нави вылетели, это такая вот мировой такой бренд, за который очень популярно было топить в свое время. Теперь уже как-то за Нави топить не камильфо. Да и не за кого топить. Нави топ-16 оказались. Неожиданно хорошо сыграли для себя. И вылетели на самых первых стадиях. Насколько это было возможно рано, вот сразу после Ньюби. Наверное, Ньюби первые, кто смогли отвалиться. Ну, так и должно было быть, наверное. По иронии судьбы, чемпионы, победители, самая богатая организация, по сути, в современной доте. Потому что призовые они в 5 лямов подняли себе. И они должны были отваливаться первыми и открывать дорогу молодым. Здесь дело у ХПшной, подкоп по нему сделали, просветки нету и... Теперь Флай начинает нарезать по ау-яу и вообще без маны уже. Бедняжка, ну фласка есть. Зизи тоже отхилили. Клинкс, если еще пару раз так попадет, то просветка нет-нет, да и появится у команды ЕГЭ. И что с ним потом будет, я боюсь даже представить. Мунминдер еще ничего, так бодрячком держится. Левел получает второй с копейками. Ну и начинает Фир по нему нарезать. У Фира есть блинк, Мунминдера отсюда не отпустит. Закрывают, блочат, еще один удар. И Мунминдер лоу хпшный уходит в кусты и отхиливается. На 20 хп Клокверк у нас Healing Self проюзал. И теперь назад, и теперь бить Фира. И какого черта ты за мной вообще бегаешь? Старик. Фир, наверное, самый опытный, да? В данном составе, как я понимаю. Или все-таки Юниверс. По-моему, Фир, если я не ошибаюсь. У Фира там уже лет и лет, парни.
Ну и пока что достаточно ровная игра, выходы были и на ZZ, и на Мунминдера, но фрагами это все не закончилось. В принципе, игра продолжает где-то на нулевых отметках у нас топтаться. Так, Лина. На мидлейне разваливается Лина, и команда ЕГЭ теряет Сумаила. Давайте смотреть, у нас есть варианты такие. Почему бы и нет? Выходит Fly в инвизе, Свиндлмэн здесь, и подходит у нас Мунминдер. Закрывают в айшарт у нас Сумаила. Ну и Сумаил просто несчастный здесь терпит. Мунминдер посмотрел, как делает фраг, все. Развернулся, ушел. ФБ так и никому не достался. Разделили голду между игроками команды Complexity, потому что там крипы в итоге заластхитили Сумаила. Какая печаль. ZZ 11 на 2, у Фира 17 на 11. Антимаг имел возможность еще и фраг заработать, если проперл Фиру немножко на дэмэдж, да или просто Мунминдер натупил бы. Но пока все равно Фир держится в топе. По фарму он проигрывает, правда, Свиндлмелансу, но обгоняет при этом Клинкса. Ну и в принципе, если у Клинкса появится достаточно ран... Так, Сумаил, ты что, шутка какая-то? Сумаил еще раз сливается на мидлейне. Ты дашь мне покомментировать, как фармит Фир? Сумаил. Опять в инвизе приходит Флайн, на этот раз под смоком. Вкатываются на Сумаила, айшарт ему под ноги, сетка и поехали. Как все просто оказывается, да? Сумаил, имба. Ну вот два раза уже имба была в таверне. 0-2-0 счет у него, 14 на 3 крипстат. Он проигрывает по всем фронтам. Квапе. Квапы, правда, два ассиста. Киллов не было. PPD на Артик Берни просто валить отсюда. Свиндлмэнс уже 6-го левела. Он не будет прощать. У Сумаила 4-й. У Квапы 6-й. Sonic Wave есть. Есть 2-го левела Scream of Pain. Shadow Strike имеется 2-го левела. Поэтому просто запуливай в Сумаила. Уворачивайся от Light Striker. И задувай через Sonic Wave. И по идее Сумаила можно еще раз разобрать. Квапа это прекрасно понимает, и здесь можно продолжать агрессию. Пока далековато находится PPD и AOE 2000, по идее, можно Квапе снова выходить. Да, и Флай здесь. Флай никуда не отправляется, только Сумаил подойдет чуть-чуть поближе, у Сумаила будут траблы. Просветили его, пушат, дамажат. Как много внимания все-таки ему уделяют. Разбили вижен. Красавцы, Сумаил еще денайл. Пытался заденайлить собственный вард. Достаточно веселая ситуация. Ну, тут, конечно, с него глаз не спускает команда Complexity. Они понимают, где угроза под номером 1. Но не стоит забывать, конечно, об угрозе под номером 2, которая фармит лучше всех пока на карте. 31 на 15 у Фира и антимаг. Поверьте мне на слово, или, если хотите, просто посмотрите профессиональную доту, он поопаснее в лейте, чем Лина. Если вы уделите так много внимания линии, дадите антимагу делать абсолютно все и фармить на фрифарме, а Фир умеет это делать. И делать это постоянно. Я имею в виду фармит. На фрифарме не постоянно, но фармит хорошо. Причем стабильно хорошо. То, конечно, Фир команду Complexity просто уничтожит. Здесь такая серьезная лейта. Ну, Клинкс, ну, я не думаю, что Клинкс выстрелит, если у антимага, например, элементарно будет мантастайл, а будет. Минутик 20, у Фира будет мантастайл. С таким-то фармом. Ну, сейчас топ нетворс на карте у Квапы по-прежнему. Свиндлмэнс почти 3к имеет, и Фир 2650. Тоже все очень хорошо. После этой пачки крипов он где-то будет на 100-200 отставать от Свиндлмэланса, а это уже очень даже неплохо. При том, что Свиндлмэланс получал деньги за ассист. А этот без фрагов, без файтов с оппонентами, но при этом столько же имеет по голде. И Мунминдер бедненький. Здесь 13 на 0, конечно. И экспу получает, и фарм какой-никакой капает. Ну, подходить к крипам, когда рядом Фир находится, вариантов у него нет. Хотя, по сути, Клокверк через Батрия Саут, через Коги мог бы любого сап керри здесь загонять. Но здесь антимаг и блинкаут от Фира. Это очевидная вещь, абсолютно простая. Так что ситуация очень комфортная для команды ЕГЭ на легком лайне. Сумаил и Юниверс готовы пофайтиться. Подкоп пошел по флаю. Задувка в него. И Лагуна Блейд от Сумаила. Свиндлмэнс дальше на Сумаила. Есть Суник Вейв. Так, разменивайся по ХП.
Разменивайся по хп, у тебя регенерация есть. Ну, не рискнул Свиндлмен в соло файдиться против двоих. Был вариант и не осилить Лину, потом еще и наполучать. Ну и Зефрик во вражеском лесу, куда же ты, родной, пошел? Зефрик просто отправился убивать во вражеский лес, рановато немножко. ТПД можно было бы и забрать. Здесь Свиндлмен, Соник Вейвон, ну, уже поздновато. Айшат пошел от Кола. Вкатывается Фира. У Фира есть блин. Фир просто уйдет отсюда. Ему вообще не надо бодаться с вами. Ребята, ну что ж такое? Выберите другую себе цель немножко. Айшар через несколько секунд ждут Юниверса. Вдруг отменит, вдруг уйдет. Юниверс уходит, старается уйти, но маны ни на что не хватает. Здесь очень удачную позицию себе выбрал Свиндлмеланс. Залез на хайграунд, куда бы не ушел. Куда бы не ушел в итоге Юниверс, Свиндлмеланс спалил эту всю ситуацию. И вообще, согласитесь, какая-то ситуация из жизни. Просто я залезу на холм, буду смотреть, куда он идет. То есть просто залез на высоту, чтобы было понятно, куда Скорпион у нас выйдет из песка и куда он направится. Ну а для Квапы, естественно, переместиться на это минимальное расстояние — это не проблема. Ну и знали, что маны нет у Сэндкинга, должны были, по крайней мере. Думаю, что прочекали. Юниверсу надо отправляться в леса и никуда оттуда не уходить. Если еще придет Зефрик, то еще раз Зефрика можно будет убить. Пока что вариантов зарабатывать на даггер у Юниверса немного. Ауэ отправили на сложную линию, у него уже пятый с копейками, против него Зизи восьмой. С лишним здесь ПТ есть, есть базилка, есть Soul Ring у Зизи. Ну, четвертого левела уже сильнее Роуз. Ну и все, первый тауэр отваливается у команды ЕГЭ. Комплексити его не убили, ну и ЕГЭ сохранить не смогли. В итоге тавр падает. Денег минимум получили комплексити, но опять же пошли в плюс. Ну и вообще по голде колы выигрывают 2,5, по экспириенсу 1000. Не вступал в бой вот этот вот парень. Один раз, точнее, вступил, один килл у него есть. Позитивный достаточно КДА и вообще позитивная экономическая ситуация у антимага. Ну ждем. Зизи в соло, конечно, Фира не разбирает, это факт. А вот антимаг может и настрелять Зизи. Пока маны предостаточно у Клинца, поэтому уйдет в инвиз, естественно. Особенно с ним и не поговоришь. Просветку антимага, естественно, нет, и нафиг она не нужна ему. Еще антимаг на просветку не тратился. Фир продолжает фармить, по-моему, у него крипстат тут хороший очень даже. 59 у него, у Зизи 58. Я думал, Клинц немножко послабее. Ну нет, не тут-то было. Клинц приобретает себе рецепт на медальон Кураж. У него уже есть Аквила, у него есть ПТ, есть... Soul Ring. Вообще 10 минут, пора посмотреть на шматью. Антимаг со стороны команды ЕГЭ. От Фира есть Ring of Health, есть у него Power Threads, есть Poor Man Shield, ну и Quelling Blade, который тоже, в принципе, зайдет в Battle Fury. Там Нагу Сайрена забрали игроки команды Complexity. Дальше продолжается файт, закрывают Сумаила. Сумаила отправляют у нас в Cold Embrace. Ну, здесь Квапа короткий разговор имела. Это не разговор, это больше на вопли сумасшедшей женщины, похоже. Ну, такая она Квапа. Sonic Wave от Квапы не пожалели. Игроки команды Complexity. А чё жалеть, Сумаила тут наказываем. 1-3 идет уже мидлейнер команды ЕГЭ. Прям-таки надежда вообще ЕГЭ. Надежда нового... новой профессиональной доты. И так с ним обошлись, а вообще не то чтобы некрасиво, но, знаете ли, показали, как тут со школьниками разбираются. Свиндлмеланс 3-0 идет уже. У Квапы есть на данный момент поинтбустер. В принципе, намек на Аганим уже дан. Я вчера кого-то комментировал, по-моему, то ли Дэнди, то ли кто-то играл. Нет, вряд ли Дэнди на линии играл. Тот матч, когда Дэнди играл на линии, я не комментировал с каким-то юмором. Там не до смеха было совершенно. А какой-то был матч, не могу, в принципе, вспомнить, но что-то вот вчерашнее. И там Лина собирала Point Booster сначала. Я был уверен, что Лина с Point Booster, естественно, выходит в ранний Аганим. У нее все хорошо было по фарму. Мы вот сейчас у Лины появляется Point Booster, сейчас будет Аганим собираться. Тут раз, переключаюсь на Лину, через 10 минут у нее Bloodstone. Тут следующая ситуация, у Лины появляется Point Booster. Думаю, ну сейчас Лина будет собирать Аганим. Тут раз, у Лины из Point Booster вырастает, по-моему, Octarine Core или что-то вот
Секундочку, что ж там выросло? Да, Octarine Core. У нее еще один Soul Booster появился, потом появился Octarine Core. В итоге с третьего раза кое-как Аганим насобирался на линии. Там уже ошибиться не удалось. Но сам факт. Два таких обмана, разводняка от Лины. Здесь я уже не берусь вообще судить, что там будет, когда появится Point Booster. Но пока что Сумаил приобретает себе Void Stone и Sage Mask. Естественно, это Void Stone и Sage Mask на Йо. Тут я не буду ничего бояться говорить. Не будет же это Sage Mask медальон of Courage, а Void Stone, например, для Battle Fury на Сумаила. Нет, скорее всего. И тут на тебе, через 5 минут переключаемся. У Сумаила Refresher Orb, а здесь у него Владмир собран и Sage Mask. Ну и 6-2 счет на данный момент, команда Complexity. Ого-го! Команда Complexity по голде выигрывает 6К у коллектива ЕГЭ. По экспириенсу они выигрывают 3,5. Кто такие ЕГЭ? Топ-1 мира нет. Топ-1 Америки тоже сейчас нет на данном этапе. Странно. Ну, то, что я ожидал от команды Complexity, я не топлю за команду ЕГЭ. Они мне, конечно, симпатичны сами по себе, как команда. То есть там и опыт, и молодость, и все это переплетено, и достаточно приятный симбиоз всего этого. Но сказать, чтобы топить за мейнстрим коллектив, ну это, знаете ли, уже как бы и некрасиво. За коллектив, за который, я не знаю, ленивый только не топит. Поэтому здесь мне, конечно, больше импонирует команда Complexity. Жду от них каких-то инноваций. Меня впечатлила их игра на Течисе против команды IG. Свободная, развязная абсолютно. Какая-то, знаете ли, переворачивающее представление о современной доте игра у данного коллектива. Так что если они ЕГЭ хотя бы в мерах профилактики один раз накажут в данном Best of 3, будет минимум хорошо. А если выйдут дальше, ЕГЭ отправят в лузера, то вообще будет распрекрасно. Но в таком случае у команды ВП будут огромные проблемы, если ЕГЭ вдруг свалится им на голову. Проигравший данной пары падает на Virtus.pro, которые вчера Фнатиков отправили в никуда, а сами вышли во второй раунд сетки лузеров. 7-2, Винтерн Виверн отваливается у нас на топ-линии, уже приобретает себе Метрил Хаммер Зизи, это будет ранний дезолятор. Ой-ой-ой-ой-ой, Клинца, конечно, чокнутый будет для всей команды ЕГЭ, ну, не считая антимага. АМ, мне кажется, по дефолту Клинцу, конечно, щита расковыряет. Но если убиваешь ты четверых в течение, там, 20 минут, причем убиваешь их постоянно, по минус 3 делаешь, то, знаете ли, и антимаг может не выдержать. Фир тоже, знаете ли, уже не молодой, кто знает, что там с сердечком, когда команду так сильно наказывают. 6000 колы, по экспириенсу колы 3,5. Просветка от Мунминдера ждет, а Ауи, по идее, не видел. Если бы видел, уже врывался, врывается сразу же на Винтерн Виверн. PPD, по идее, здесь забираются, он пошел, и PPD, а в Коги ударился, PPD лоу хп-шный, на нем Shadow Strike висит, PPD отправляется в таверну. Команда Complexity давит дальше, 8-2, Evil Geniuses, пора задуматься. Фир, конечно, фармит, тут Фиру, к Фиру претензий нет. Но сейчас они встречались с Зизи, и эфир оказался немножко недееспособен против Зизи. У Клинца по нетворсу 7200, у Фира 6700, но у Клинца уже необходимые артефакты имеются. Эти необходимые артефакты — это вот, Soul Ring, это медальон в Кураж. Это стрелы, которые чуть ли не к артефактам, мне кажется, можно внести. Они просто дают ему 60 дэмэджа, и все, как антимагу дает Battle Fury. Только не дают сплэша. 60 же, да? 55. 55 урона. То есть его стрелы — это, по сути, собранный Battle Fury антимага, если встречаться где-то в личной какой-то стычке. Один на один в лесу. Сплэш сплэшом — это все хорошо для фарма. Когда ты дерешься один на один, да пес вообще с ним сплэшом. Что с ним будет? Так, Зизи съедает крипа. У Зизи дэмэджа уже 180. И можно пойти и кого-то принять, как я понимаю. Клинца уже есть, 2 Метрилхаммера, копейки абсолютно остаются до дизолятора у Зизи. Как будет дизоль, там дэмэджа будет просто убер огромное количество. Зизи любого здесь разваливает. Нагу, Сэнд Кинга, кого угодно, просто дать сало или дать какой-нибудь маломальский стан. И все, и у Клинца уже готов дизолятор. Все, дизолятор летит в курьере. 17-я минута, готов дизоль у него есть Аквила, у него есть ПТшка, у него есть медальон в Кураж. По идее, он соло сейчас будет разбирать
всех и каждого. Клинс кого-то там уже разбирает, соло, я смотрю. Но это крипы. И крипам тоже неприятно. Минус 7 от медальонов Кураж. Минус 7 от дезолятора. Это минус 14 дефа. Антимаг имеет 7 дефа. То есть Фир драться под минус 7 дефа с 1000 хп. Это сложновато. Придется бегать. Нагад столько-то. Сэндкинг 9. 4 лина. Что с линой будет? Ничего хорошего не будет с Умаилом. Так, Квапу в это время стараются... Нет, я думал, Квапу бьют герои команды ЕГЭ. А тут, кстати, уже появляется уколов Аэга. Я немножко провтыкал Рошана, пока там разглагольствовал. У нас прям лаунж-бар. Мне в канал не нравится, там слишком народу тьма. Чат просто неадекватен. А здесь можно поболтать. Да-да, вот поэтому я тут. Да, и комментатор здесь норм. Согласен. Просто какой-то отдых. А не канал на Твиче. Туск в это время отваливается. Немножко подфидил Тиму ЕГЭ. 847, немножко. Ничего себе, немножко. 847 по голде, 954 по экспириенсу. Но это неудивительно. Комплексити давили. Преимущество по голде у них очень хорошее. PPD в панике. П, как В означает вендетта, П означает паника у команды ЕГЭ. Ладно, у нас время модного приговора. Пока такая пауза образовалась. Посмотрим по вещам, что здесь. Battle Fury есть у антимага, у него готова хедреска, есть базилка. Ну и еще собирать и собирать на Владмир Фиру. У Нага Сайрон уже есть Аркан Буцы. Больше ауи особенно ничего нет. Magic Wound 500 голды сверху. Хотя, в принципе, не так уж и плохо. Предпоследняя по нетворсу. Так уж плохо, это Виндерн Вивер в составе команды ЕГЭ последняя. Ну, дойдем еще. У Юниверса уже есть Блингдагер. У Юниверса есть Сол Ринг, есть Транквил Буцы и 1000 голды на руках. Виндерн Виверн 430. Куда ты их слила, подруга? Вот куда их сливает все ауи. Ауи, все в варды, все в варды. Просто молодец. Сейдж Масс приобретает себе PPD. Вот это, кстати, может быть медальон в составе команды ЕГЭ. Ну и Сумаил у нас уже с Юлом. Есть у него Аркан Буцы, Ботл, ну, Талисман и Magic Wand тоже. Для мидлейнера команды ЕГЭ. По нетворсу топ-4. Теперь давайте пройдемся по команде Complexity. Второе место по нетворсу Клинкс. У него уже есть изолятор, 670 голды. Кстати, Клинкс сейчас Фира может... Посмотрим просто, что будет с Фиром. Надо ждать, когда он сделает блинк, и просто его в соло расковыривать. А Фир не делает блинк. Фир ждет. И вот сейчас, если бы знал Зизи, куда там Фир делся. Ну, Фира промакшен, естественно. Блинк. Ай-яй-яй, Зизи не знал, да? Как дота работает. Где можно проходить сквозь деревья, где нельзя. А Фир опытный, Фир знает, куда свалить антимагом. Так вот, Зизи на клинце. У него уже 720 голды после дезолятора. Медальон есть. Есть Soul Ring, ПТ и Аквила. У Зизи все великолепно. Да что с вами происходит? Ама уже готов, готова мека у Чена. Зифрик с мекой и тапком. Клокверк, Блейд Мейл есть, Урн оф Шадоус есть, Транквил Буцы и Magic Wand. Мунминдер начинал не очень, но сейчас очень даже уверенно себя чувствует. Ну и Квапа. Нет, давайте Флая глянем. Флай уже с Глиммеркейпом, Пауэр Трэдс. Ну, к 20-й минуте собрался очень даже неплохо. Здесь пора, в принципе, задуматься о дагере, потому что команда Complexity вроде как давит. Значит, и они навязывают и решают, где им драться, когда им драться и как, в принципе, эти драки организовывать. Ну и мидлейн команды Complexity. Последний здесь по списку, но не по значению. Капитан Complexity Свиндл Меланс. У него, во-первых, прошу ваше внимание обратить на количество наличных денег. Кэша у него 3300. Помимо этого есть Аганим, есть ПТ, Ботл, все необходимое. И посмотрите, перть какая-то по типу нул талисманов у него не появлялась. Сумаил тоже, в принципе, без этого. Но в частности, Soul Ring, например, несчастный на линии. Magic Wand'ы, без них никуда. Квапа сразу пошла по хардкору. У нее первым артефактом появляется Аганим. Вторым артефактом у Квапы, я думаю, будет какой-нибудь там Хекс, например. Чтобы просто разговаривать с антимагом до сборки БКБ. Антимаг такими темпами БКБ не скоро себе соберет. А Квапа такими темпами скоро себе соберет Хекс. Так что ситуация достаточно позитивная для команды Complexity.